Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами Галина. Сегодня я приготовлю кабачки с грибочками. Здесь у меня один небольшой кабачок, грибы сырые, я их нарезала, шампиньоны, помидоры, соль, сметана. Там у меня масло сливочное и лук репчатый маленько. И здесь мука со солью. У меня там разогревается сковорода. Берем наш кабачок. Ух ты. Ну ладно, на этой тогда сделаю. На доточке. Дорогие мои, забыла. Возьму я небольшой кабачок такой. Сторонку это. И порежу его. А порежу я его вот так вот. Вот такие кружочки. Я его не стала чистить, кожуру, потому что небольшой он, маленький. Не надо чистить, она мягкая. Это когда уже спелый кабачок, тогда, там кожа хоть топором руби. Такие вот небольшие, вот, чтобы они хорошо у меня прожарились. Кстати, время у нас 9 часов утра, на улице плюс 27 градусов. Да, жара стоит. Мы вчера ездили по ягоду, по землянику. По клубнику. Так, дальше. Все, пошли мы обжаривать это. Сейчас посмотрим, что у нас тут делается. Нет, еще пусть она постоит, пока она у нас тут нагревается. Масло наше накаливается. Все, вот это вот. Все, сносим, что нам надо. Мы еще вторую конфорку включим. Аба. Берем вторую еще конфорочку мы включим. Здесь у меня масло сливочное. Я его буду растапливать и маленько луку, полголовочки небольшой. У меня белый лучок был. Так, помидорки. Ну все. Процесс пошел у нас. Это мы отставляем в сторону. Еще. Нет, еще. Здесь я вот добавила пару ложек муки и сюда же соли перемешала, чтобы нам наши кабачки будем в муке и обжаривать. Здесь у меня две небольших помидорки. Я их ошпарила, я их просто мелко порезала. Ну, сметанка, масло. Быстро и хорошо приготовлю. Что жара стоит. Полный штиль вообще вчера было. Чуть с ума не сошла. А мои поехали в такую жару. Ягоду собирали. Ой-ой-ой. Ну, видео я выложу нашей поездки на канал «Подвал Ильича». Можете посмотреть, как мы там собирали грибы и собирали землянику. Собрали 9 литров клубнику, земляники. А не землянику. Клубника. Земляника в тайге растет. Она совсем другая земляника. Ну что, давайте потихоньку будем обжаривать. Там у нас берем наши кабачочки. И в муке их. И сюда. О, каждый в муку. И сюда. Ну, вот я несколько штучек переверну. Еще только серединка обжаривать. А там еще нет. Пусть жарится, мы одну серединки выложим. Так, вот сюда вот. О. Видите, поджарился, сюда добавляем. Убираем один. Вашего. Так, вот еще на место, там освободившееся место. Добавляем. Сейчас быстро дожарим. Так, там у нас уже лучок обжаривается.
перемешаем лучок наш по матрице. Берем, наверное, грибочки сюда же выкладываем. Берем грибочки. Здесь у меня грибочков, наверное, грамм 250. А я сюда порезала их и сюда же добавим. Они у нас в матрице, пусть обжариваются. Перемешиваем. Маленько добавим огонь. Перемешали. И пусть стоят, булькают. Обжариваются. Вот. Так, что у нас тут? Заворачиваем. Кабачки наши дожариваются. Грибы наши уже достаточно хорошо проварились. Я сюда добавляю помидорки. Так. Сюда я сейчас добавлю сметаны. Ай. Ай, не могу открыть. Так, пару ложечек сметаны я добавляю сюда. И добавляю сюда соли. Посолила. Все это перемешала. И пусть это все наше уваривается. Красота наша вся. Наш соус с грибами. Пусть варится. И мы посмотрим, как наши кабачки поживают. Опа. Я огонь сильно убавила, потому что горит. Ну-ка. Ну, пусть дожаривается последнее. Это тоже нужно брать. Все, ждем. Так, грибы наши сварились. Вот видите, здесь есть сливочное масло, лучок, грибы, эти помидорки и что у нас? Сметана еще и соль. Вот. Видите, оно проварилось, оно стало тут аж погуще маленько стало. Вот кабачочки наши готовы. Обжарила я их. И будем сверху заливать. Вот так вот. Нашей заливкой. Грибочки наши. А давайте-ка я вот так все сразу же залью. Заливки наши. Угу. Видите, как хорошо. Все. Блюдо наше готово, дорогие мои. Всем приятного аппетита. Пожалуйста, не забудьте подписаться на мой YouTube-канал «Рецепты мудрой мамы». Всем пока-пока, до новых встреч. Попробуйте, приготовьте. Всем пока-пока. Угу.